Ребятушки, всем привет! Начинаем проходить Death Stranding, Director's Cut. Надеюсь, вам понравится. Удачного просмотра, удачной нам игры пожелайте и удачи. Начинаем. Правда, ждем, пока загрузится, но надеюсь, это будет недолго. Окей. Да. Ти нафиг. Однажды произошел взрыв. Он породил пространство и время. Однажды произошел взрыв, и планета начала вращаться в пространстве. Однажды произошел взрыв. Да, Господи. Он породил жизнь, какой мы ее знаем. Однажды произошел взрыв. А затем взрыв. Еще один взрыв. Пусть сделал. Музыка, этот Лаурор, вот, Don't Be So Serious, если что. Водичка у нас кисляный дождик, видимо. Стилистика напоминает немножко Supreme Commander 2. Такие же треугольные грани везде. Thank you.
Ощущение какое-то, я так не понял. Нет! А, класс! А, твою мать! Че, будет отправить? Серьезно? Я не понимаю. Слушай, графен, графен, если ты Главное, перс зовут Сэм, насколько я понял, да? Такие кислотные дождики вот постоянно. Ну, Чернобыль, что ли, живет? Хреновая работа, курьера. Thank you.
хватит кошмарить меня, отойдите. Не, ну серьезно. Девка, как тебя зовут? Можно хотя бы узнать? Ты кто? Вроде ушли. Ты чего? Прости, что сильно схватила. Слезы. Хиральная аллергия. Хиральная аллергия, так, блядь? У тебя дум, как у меня. У тебя фактор вымирания явно покруче. Какой уровень? Ты их видишь, да? Нет, но чувствую. Второй, значит. Что ты здесь делаешь? Пытаюсь не намокнуть, как и ты. Дождь вроде стих. Меня зовут Фреджел. Фреджел? Да, слышал про тебя. Правда? Сэм Портер Бриджес. Ага, Портер. Тот, кто доставляет. Хочешь поработать на меня? Одному тут, наверное, тяжело. Да, я думал, в экспрессе работает много людей. Много предателей. От нас мало что осталось, кроме пары честных трудяг. Да и от меня. А мотик найти, типа, нет? Тоже мало что осталось. Вымокла от шеи до ног. Ничем помочь не могу. Костюмы нормальные. Я просто курьер. И все. Центральная диспетчерская Бриджес. Подрядчик-фрилансер Сэм Портер Бриджес. Адресат ожидает посылку. Фрилансер? То есть настолько все плохо? Мало, что доставщик курьера, так еще и фрилансер. Ты идешь в город? Модный зонтик. Осторожно. Эти твари не уходят надолго. Дождь ускоряет время для всего, чего касается. Но он не все может смыть. Прошлое не отпускает. Дождик, это стареющий дождик. Увидимся. Я так думал, блин. Сэм Портер Бриджес. Он пропал. А чё?
Кохрин. Там какой-то город, а может здесь есть что-то? Там вот курьер. Я секунду остановился, и он секунду уже... Аккуратнее.
его подлутать. Давай, попробуем. Все, понятно, да? Есть? Не сказал, хватит жать, ладно, уже здесь, я думаю, можно. А что ты? Сканирую. Груз проверен. Спасибо. Прикольно. Вы можете выбрать пункт «Частичная доставка», чтобы передать доступ. Вы сможете отметить заказ как выполненный, когда сдадите требования. Я не знаю, четвертый. Алло, все. Доставляю груз. Почему ты так долго? Легенды не опаздывают. Нужно было переждать бурю. Потерял байк и часть груза. Похоже, тебе крепко досталось. Ты опаздываешь, но... Груз пока в порядке. Отлично. До встречи. Ты должен еще найти. Лайки. Один километр через метр. Оценка производительности или что это? А, это просто. Особое поручение, Сэм Портер Бриджес. Нет, еще S и Double S, по-моему, ну, в шкале Кицебера хотя бы так. Значит, здесь должна быть хотя бы как минимум S должна здесь быть. Я думаю, может даже для S. Машина стрёмно выглядит, честно. Игорь, отдел утилизации. А ты Сэм Портер? Ах, да. Ты же у нас... Решка, продолжим в следующей серии, я хочу проверить звук, все, чтобы было хорошо. Всем удачи, всем пока, увидимся через неделю ровно. Давайте, удачи.